Короче, бронепленка. Нету бронепленки. Есть обычная пленка. Есть бронестекло, есть бронепленка. Ой, тьфу, блядь, заразил меня. Если честно, я думал тебе 20. Да ладно, Алекс. Интересно, с чего ты думаешь, что мне 20? Из-за голоса? А я в другой комнате сижу. Олег, Саша, интересно, вот ты мне думал, что мне 20 из-за чего? Из-за голоса или просто? Ты тоже хочешь зайти поиграть? Это было бы нормально, если бы мы с тобой товар бы доставили, если бы ты помог бы. Было бы прикольно. У меня товар накопился, блин, в предприятии, не знаю, ни одному хрен доставить. Меня взорвали тут с товаром, короче, уже. Я короче, нубера. Алекс, я вот загуглила бронепленка, знаешь, чем мне выдало? Тупо пленка на машину. Ну, за... Но на телефон нет бронепленки. Ромыч, да? Ромыч же тебя зовут. Ага. Это получается в 22, да? Нет. 22. Алло? Нет. Я кое-что провела, кое-какое сравнение. Если бы я была дочка Андрюха. А, Андрюха. Понятно, сбить вертолет. Ну ты понял, да? У меня, короче, кто-то херачит. Понятно, ясно. Короче, Калибр, тебе нужно купить себе Делукс. Легче делать это туда. Чего купить? Делукса. А что это такое? Машина летающая. Ты 4 уровня поднял? В смысле? Ты вчера еще 85-й был. Так она закачается сейчас РП, поэтому. Да вообще закачался, Андрей. По акции же сейчас вообще изи качаются РП. Да, и бабки поднимаются изи, да? Как мне пересесть за пулемет, ты мне не скажешь мне? Поменять место водила. А водить кто будет? Сама поедет. Ау, Ромыч. Смотря на что, на чем ты. Я уже не на чем. Если на машине с пулеметом, то тебе нужно выйти из машины и сесть за пулемет. Ты шеф, да? Меня пригласи в свою контору. Кто тебя бомбит? Не знаю, мудак такой. Чем это тебе надо? Скажи, у меня нет наркоты, отвалите. Не надо, мудачи такое делать, по-моему, еще уже. Отстаньте от меня, скажи. Просто, ему никак не взорвать эту машину. Ты в танке просто. Я просто так и езжу просто троллил. Интересно, сколько он уже потратил на меня уже этих ракет? Блин, сейчас бы еще найти свой дух. А он сам погиб, да ладно. Ну, лошара, просто. Получается, чувак просто пытался убить тебя. Вот что бывает, когда пытаешься убить не того. Блин, так он не может, короче, меня убить вообще. Просто он не может меня убить. Никак. Просто неудачно. Ну вообще никак не убить мою машину. Просто. Если ты меня не пригласишь в свою компанию, я наведется ракета на тебя. Так, сейчас, подожди. Мне чисто интересно его просто потроллить, чисто. Вообще, мне уже просто, мне пофиг на это сырье, мне уже просто интересно его потроллить, как придут. Прикинь, он никак не может убить эту машину, я не знаю как. Ты едешь на инсургент пикапе, что ли? Какой инсургент? Я не знаю, что это такое вообще. Ну да, может быть пикап какой-то, я не знаю такое. Я вижу этот истребитель. Андрюха такой, знаешь, это там, в лучших традициях школьников написал Сахи через А. Пока мы била, пока, давай. Давай, попади. Да, есть попадание. Ему не пропануло. Дай, давай. Давай, сейчас это трогай. Человек написал, я попытаюсь пойти в другую сессию. Там винтовку возьмем. Он в тебя целится, по-моему. Античит против таких, как ты, злой. Слушай, а где эти, как она называется? Забери, говорит, меня. Слушай, а где... Давай жопу его. Он пишет уже, пожалуйста. А ладно, оставь его в покое, доедь, довези сырье. Так, давай, да. Нет, подожди, сейчас я посмотрю. В какую сторону он улетел? Да они летают вон над этим, над морем. Я не знаю, как, короче, херачится. Над морем? Да. Короче, открываешь карту и говоришь, спереди меня, сзади. Ну давай. Ну, в общем, так, если ты летишь, то влево возьми. Да-да-да-да-да, вот теперь прямо до него лети.
Лети. Лети, короче. Вот скоро ты ее должен увидеть. А, вижу. Вот. Тебе нужно, ну, короче, на этой машине херачиться, потому что груз упадет в воду. Да, убей. Там еще неизвестно, может, там нет груза. А, есть груз, все понятно. Ты можешь как-то захватить, нет? Груз? Да. Груз, короче, никак не взять, да? Слушай, не, я там, наверное, может, и могу взять. О, тебе потом придет меня грохнуть. Где это самое? Слушай, ты можешь сказать, где? Там есть... Бля. Сука, истребитель, он здесь. А катер какой-нибудь есть? А, ну понятно, у вас там война с ним. А он мне все равно не попадет. Если попадет, то ему будет просто... Lucky Man называется. Это слишком высоко полетел. Ну, я не знаю, так я выйду, я сейчас посмотрю, что вообще, есть где-нибудь катер какой-нибудь. А катера здесь нигде нету, да? Спасибо, прикольно. Отлично. Осталось 12 минут. Я, наверное, хер доставлю. Посчитать надо. Так. Он выпрыгнул. В смысле выпрыгнул? В воду? Да, я его уничтожил, истребитель. Не убивай. Пусть он в воде, короче, плавает. Лошара. Я, конечно, могу подлететь к нему, но это его больнуть ему. Говорит, бля, минус. Короче, берешь груз, прыгаешь из этого своего и залезаешь ко мне в тачку, я привезу тебе. Давай. Чего он там пишет, плиз? А чтобы его забрать, потому что ему плыть до хрена. Чего до хрена? Напиши то, что я тебе оставлю этот гидроскутер. Напиши, Андрюха. Так, как мне это самое? Ой, слушай, там вертолёты. Напиши, я тебе скину круг. Подобрал груз? Да, конечно. Всё, слезай с него и залазь ко мне в тачку. А как я к тебе залезу? Это что, машина будущего? Залезай заново, давай быстрее. О, всё, я залез. Мы из будущего, да? Простите меня, говорит. Поймите и простите. Бля, за нами вертолет. Стрелять из машины можешь? Ну да. Попробуй как-нибудь стрелять. Я еще сейчас буду лететь вперед и жрать. Там не попали вообще. Заебали, а? Хотел сказать, не просите развернуться и просто их убить. Все, отлично. Зачем катер? Он же плавает. Да ладно, не пожалели чего. Я ничего бы не сделал, просто не доставил бы среду. Нет, отлично. Техника плавает, но он плавает, но не стреляет же. Но он стреляет, но как бы это сложно. Стреляет, если можешь один человек находиться в двух местах одновременно. А что, она так медленно летает? Короче, вот это... Быстрее. Какой медленно, 80 км в час. Тачка легче, лучше. На ней легче давать. Как-то плавно летите, я не знаю тоже. Четко, да? Мы из будущего, четко. Зато сверху никто не достанет, снизу. Офигенно. Да. Техника плавает? Откуда вы там стреляете? Александр говорит, техника плавает. Плавает, потому что у него бочки были. У вас РПГ в багажнике, что ли? Да. Тачка. У нас есть. Но она бронированная, нет? Нет. То есть ее сплющит, в принципе, завалят. Да. Короче, здесь все очень сложно. Фен, привет. Феникс. Смотри, сейчас спросят, помню ли я его. А чё так мало сырья-то?